Сегодня день рождения отмечает, пожалуй, самая известная актриса Чувашии Вера Кузьмина, выпускница Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Она впервые вышла на профессиональную сцену более 70 лет назад. Прима Чувашского академического театра отмечает 94-й день рождения. Гордость Чувашии. Она создала палитру ярких образов, ставших классикой современного театрального искусства. Из огромного числа ролей можно выделить образы матерей из спектаклей «Черный хлеб» Эльбекова, «Кровавая свадьба» Гарсия Лорки, «Нарспи» Константина Иванова. И уж, конечно, именно она воплотила образ чувашской матери. Нет ни одной семьи в нашей стране, которая не потеряла бы в этой войне своих близких. 27 миллионов человек не вернулись домой с той войны. Вера Кузьминична удостоена многих наград. Она народная артистка РСФСР и СССР, кавалер орденов дружбы народов за заслуги перед Отечеством 4-й степени, медали за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Великая актриса и сегодня выходит на сцену на радость зрителям, которые считают ее творчество непревзойденным. А еще Вера Кузьмина долгие годы была женой и музой выдающегося чувашского поэта Петра Хузангая. Войне книга сейчас жураще, чувашеньку не жильне. Тингерет промалала, кайрине дехаль куратпар, манан шухушамбала, эпир пулна, пур пулатпар.